Тайский ночной рынок. Это фрукты. Много-много-много фруктов. Ничего умного ты другого не хочешь, да? А это что за фрукт? А это что за фрукт? Как? Там тут. Непонятно. Пленки. Ой, смотри, авокадо. Авокадо. Слушай, авокадо очень твердый. Твердый, да? Да. Такой точно прикольный. Не точно. А это что такое? Волосатый. Сколько волосатый стоит? Какой-то. Пошли. Непонятно что. Не пахнет. Не пахнет. Арбуз? А это что такое? А что это такое? Вот это. Тут, наверное, все написано. Где? А, вот, смотри, это не филиум какой-то, да? Вот, да. Мангустин. Кстати, мангустины, они на самом деле в этом году почему-то не сезонные, они достаточно дорогие. 250 килограмм. Бат. Манго, манго. Манго, да. Желтый, манго зеленый, манго огромный, нежненький. Вот у нас фрукты нарезанные. Это личи, да, получается? Это да, это личи. А маракуйя. Это маракуйя, да. О, маракуйя, волшебный фрукт. Дуриан. Дуриан, который нельзя проводить, к сожалению. Да, да, к счастью, да, очень пахучий фрукт, на самом деле, таким тухловатостью. Я уже нажал. Какие замечательные суши. Да. Супер. Смотри, щукой. Очень прикольно. С яичком, да, с яичком. Кто-нибудь видел суши с яичком? Свежее. Кстати, тут с икрой еще. А вот с икрой, да? С икрой, да. Прикольно. Все это стоит сколько? Сколько? 10 бат за штуку. Да. Местная дичина. Да. Жучки, паучки поближе. 10 бат. А, подожди, 10 бат. 5 фото 10 бат. Да, нет, мы не готовы за эту ерунду платить 10 бат. Это ужасно просто. Прикольно, да? Прикольно. Гриль. Все, что хочешь, гриль. Да. Вот гриль, а там фрит. Все вам приготовят, да, на мангале. Такой вот замечательный мужчина. А скаты. Вот это вот, это да. Скаты, да, или это чего? Скаты, прикол, да. Офигеть. Вино. Вино. О, вино из маракуйи, охренеть, вот это прикол. Да нет, наверное, это невкусно, я думаю. Passion fruit wine. Так, понятно, из маракуйи, да. Вкусно. Вкусно? Конечно, вкусно. Все будет вкусно, лишь бы деньги платил. Да, на рынке также можно покушать. Это уже готовое блюдо. Это уже ланчбоксы, да, какие-то есть. Ну, вот да. Суп вкусный, как он называется? Из том-ха. Кокосового молока. Том-ха, да. Том-ям. О, смотри, креветки огромные. Креветки. Очень большие креветки. Вот здесь вот. Размером с ладошину, наверное, да, с ладошку. Ну, не мужскую, а женскую, да. Тут макарошки с волосами. Все что угодно, да. Такие вот пельмешки готовят. Это пельмешки шикарные, жареные в масле, хрустящие. Креветки со свининой все съели, осталось с курицей. Цена 80 бат, 160 рублей. А вот соки разные. Значит, соки есть с чем? С апельсином, да, с чем угодно тебе, с вишней, с агавой, да. С маракуйей. Да, с маракуйей, с бананом, с папайей, да. Рыба. А вот рыбка, да, пошла. Рыбы много, много вкусной рыбы.
морепродукты. Изюминка сезона. Это все готовится на гриле. Да? Опа, да, сказать хочу. Красота, все на гриле. Там дальше идут вещи. Вот там дальше вещи продаются.